Если кто-то добивался цели, чтобы имиджевые потери принесла политической партии «Единая Россия», в какой-то мере сомневающихся, наверное, не уменьшилось действий вот в этой ситуации. Я думаю, что мы будем себя чувствовать гораздо уютнее, в отличие от тех, кто оголтело называл, значит, нас там несправедливыми, незаконными, против власти Татарстана, против МВД выступал, когда объяснится ситуация, виновные, если таковые есть, найдены будут и наказаны будут. Я не знаю, что они тогда скажут. Что они скажут. Имидж «Единой России» не только из этого складывается. Не только из этого складывается. Если они хотели его попортить, ну, может быть, частично это в какой-то мере удается. Ну, какое отношение к этому делу имеет Сапар? Ну, какое? Ну, зачем его притягивать сюда за уши? Человек, который занимается в администрации совершенно другими делами, да, избирательной кампанией, да, вопросами уборки урожая текущего года, да, другими хозяйственными, другими политическими вопросами. Это же, вот отсюда и вывод мы сделали, что нападки на республику идут, раз начинают связываться с давно прошедшими событиями, там, дальними, других местах. Можно вспомнить революцию, можно вспомнить еще какие-то даты.